Стоянка грузового транспорта в Заречном вдоль проезжей части под запретом. Об этом водителям сообщают недавно установленные дорожные знаки с уточняющими табличками на проспекте Мира, улицах Строителей, Заречной, Любовина и другим. Большегрузному транспорту разрешено движение лишь по окраинам города. Мы внесли изменения в проект организации дорожного движения и установили знаки, запрещающие стоянку грузового транспорта на этих улицах. И все равно в обход правил многотонные фуры продолжают дневать и ночевать на дорогах прямо под запрещающими знаками. Ими-то и заинтересовала специальная комиссия городской администрации. Несколько машин, несколько прицепов, которые стоят, некоторые уже стоят не по одному дню. С них сняты номера специально, наверное, водителями, чтобы нельзя было идентифицировать наличие транспорта. Интерес членов комиссии далеко не праздный. Пора наводить порядок. Время для раскачки нерадивых автовладельцев закончилось. Номера и марки грузовиков, нарушающих правила парковки, были зафиксированы. Владельцами трейлеров займутся сотрудники ГИБДД. Наталья Елистратова, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный».